Доброе утро! Сегодня в нашем меню необычное блюдо. Теплый салат с булгуром, колбасками и вялеными томатами. Не будем откладывать удовольствие и начнем готовить. Стартуем с колбасок. Для начала мы просто их обжарим. Теперь булгур. Его нужно обжарить на сливочном масле, а затем по чуть-чуть добавлять бульон, так как мы готовим ризотто. Пока колбаски дожариваются, а булгур варится, мы соорудим домашнюю коптильню. Для этого нам понадобится сковорода, несколько кусочков фольги, щепа и вода. На дно сковороды мы кладем листик фольги. Насыпаем на нее опилки, слегка увлажняем водой. Закрываем еще одним слоем фольги и делаем в нем отверстие с помощью вилки или ножа. Теперь колбаски, они у нас уже готовы, их нужно порезать и отправить в нашу коптильню. Отправляемся за ними. Резать колбаски будем весьма крупными кусочками. Перекладываем колбаски в коптильню, накрываем фольгой и плотно-плотно заматываем. И отправляем нашу коптильню на медленный огонь минут на 15. До появления блюда на столе остаются считанные минуты. Готовим салат. Листья салата нужно порвать или порезать и заправить их соусом. Мы будем использовать соус винегрет. Вы, конечно, это хорошо знаете, но напомню, это смесь оливкового масла и бальзамического уксуса в равных пропорциях. Для вкуса я добавил туда немножко апельсинового сока. Вы можете экспериментировать, добавить, например, лимонный или грейпфрутовый. Ну и уксус можете взять не бальзамический, а яблочный. Теперь к салату добавляем булгур и несколько вяленых томатов. Ну и теперь вишенка на торте, в смысле колбасинка на салате. Открываем нашу коптильню и перекладываем колбаски в салат. Наш необычный салат готов. Мне остается пожелать вам приятного аппетита. Готовьте быстро, вкусно и с удовольствием. Пока-пока! Самые вкусные колбаски – это колбаски маленького размера. Они быстро готовятся, получаются нежнее и ароматнее. Попробуйте неповторимый вкус, сочность и нежность куриного мяса в курбасках от Троекурово. В них только охлажденное, рубленное куриное филе без усилителей вкуса. Мамы могут быть уверены в их качестве и безопасности и радовать своих любимых малышей натуральными куриными колбасками.